Здравствуйте всем. Меня зовут Ксения Дели, и я стала моделью года 2013 по версии журнала «Акварель». На самом деле я сейчас немного волнуюсь, меня переполняет волнение, эмоции, так как это моя первая премия. И я этим горжусь и надеюсь, что не последняя. Спасибо всем, кто за меня голосовал, кто верит в меня. Я постараюсь оправдать все ваши надежды не только на уровне Молдавии, но на уровне всего мира. Спасибо. 2014 год, у меня на самом деле очень много планов. Я хочу двигаться по своей карьере. Также у меня намечается проект в нашей стране, в Молдавии. И пока это секрет, я не могу этого раскрывать, но надеюсь, что все получится, и тогда мы встретимся с вами снова.